перешел сюда. Что ждем. Так, у нас пошел кнайф. Все есть, все работает. Все. А нет, еще мап опять. Нет, все. Форс у нас очнулся, походу. Кнайф, да. Все, завели парни кнайф, пошли на бел. Ну и смотрим, что у нас тут будет. Кого первого покоцает, больше зарежет. Ну, первого покоцает милку. И скорее, ну, зарезая сквера. Все просто, все 5 игроков коцанные. Уже дали минус 2, минус 3. Через вест, у нас остается одна черри, и сзади Форест насаживает на ножик. Так. Может еще чуть потише делать КС. Ну ладно, пускай так пока будет. Так, все, у нас пошел лайф. Иф у нас остались за КТ. СКВР. СКВшки у нас играет за атаку. Уэст у нас смотрит мидл под джим с мидла. Перетяги. Так, включаем автодиректор. И Форест нам показывает на ДЛ, он смотрит в пиксель. Минка начинается так же с Дарком через Дигла. Ой-ой-ой, минус черри в голову. Сейчас, наверное, кто-нибудь пойдет за Диглом, хотя я думаю, никому не нужно. Затыкали до Старка. Никсон дал в голову. Так, и минус дает бедос. Ой, СКН, какой просто, какая реакция. Бедос забегает на Б, дал флешку, тут никого. Пошел перетяг только что на Б. Там уже бедос сейчас будет принимать с очка. Не попадает ни по одному, все соты. Ставится плент. Ой, СКН получает голову. Сквер, минус 2 дает. СС1 Никсон. Ставит хедшот одному. А 4 хп, пошел перезаряжаться. И Форест зарешал. Ну, решили парни вдвоем. Есть деф, мы решили парни вдвоем принять его все-таки, чтобы наверняка. Чтобы по одному не раздал. Так, берет первый раунд команда ИФ.
Фу-ху, Дестар тут в спину просто забирает Никсона с дробовика. Сбирает СКВН, получает все-таки гол от Эмилки. И у нас 4 в 3. Сейчас Дегос еще не поставил подсчет. Нет, не поставил. Накосил Вестом. Уху, прописали СКВЛ гол с Дензи. Себе Эмилка забрал. Дробовик. Черри настреляли, оставили один с хп. Свит просто зажал минус 3. И почему он поменял Фамос на дробовик и скинул его? Ну ладно, не суть важно. Так, и. Так, на второй раунд уже взяли. Уй, Дестарк ворвался. Миндо поставил хэдшот и убежал еще весь сотый. Просто жестко. СКН прострелял его вместе с Черри. И у нас сейчас Бедос, наверное, будет делать минус. СКВР у нас забирает двоих. Бедос отдал ДЛ. Ой-ой-ой, просто на последнем патроне СКВР ставит хедшот. Черри на пленте. И у нас 3-0. А, причем взяли, проиграли, точнее, СКВшки волю. И сейчас будет, наверное, 2 раунда слива. Хотя там деньги, ну и сейчас будут деньги на зак, ну не на полный, наверное. И походу будет открываться мидл, забирает Никсона. Фу-ху, тут Дестар. Ха-ха, Дестар. Я думаю, сейчас будет просто 3 головы подряд таких выпрыгивающих. Черри у нас там стреляет со ФТшки. И сейчас Сквер его забирает. Без особых проблем берут 4-й раунд. Форест и Бедос занимает ДЛ. Минус Бедос. Форест разменивает. И у нас остается 4. 4. Форест у нас тут сейчас будет принимать ДЛ. Вернулся от флешки. Минус сейчас, наверное, будет Эмилка. Нет. В целом 51 хп. Форест 46 осталось. Сквер. Зажал Никсона. А, на просвете кто-то у нас там Форест, да, Форест, по идее, остался, 14 хп у него, 3 в 4 остается, но по хп чуть побольше будет, да. Хотя нет, не будет больше, уже 2 в 4, не знаю, забирает, наконец-то, Милка Дестарка, ху-ху-ху, еще просто забирает их на дуэли. Хотя нет, тут Форест вообще стоит на респект красный. Но парни все-таки будут притягиваться. Мин, Дэйв, Сквер, сейчас, ой, Черри. 34 хп, но почему-то все Форест хотят показывать. Не понимаю, почему. Ну вот, сейчас. Кто ж кого, кто ж кого. 14 хп, я думаю, Форест. Сейчас взрывает просто Черри, я так думаю. Нет, даже не Бакос, а ХАЕшка. Ставит плент и простреливает в голову ее свит. Так.
Так, у нас выходит тут Бэм. Сквишки остается один микс. Не выбирает его с дырки в голову с ВП. Это 6-0. Так, что у нас по деньгам? По деньгам он не закуп сделали, просто в упор последний забирает уже свиток ниже. Или где его забрали? Что? Я не понял как-то. А, это да ладно, это Зиги там у нас Сквер. Нет, Дестарк. Почему показывают, что тут умирает? Ну ладно, не столь важно, у нас уже 3-4. СКН дает еще минус. Тупой. Ставится плент, и она ставится 3 в 3. Никсон. Ой, СКН через забирает двоих. Остается Сквер с Тэшки. Забирает он Никсона. Я думаю, сейчас без проблем. 8 хп у него остается. Сейчас я не проблем беру, да. Черри упор приняла. Это первый раунд за командой СКВшки. Бедос смотрит мидлс ВП. Никсон получил флеш. Черри он стреляется с мидлом. Накосил маленько АВП. Или это Никсон у нас побегал в нижнюю. Ого, тут Форест решил развлечься с такой пушечкой. Минус флеш дает на Зиге. И походу будет продвигать Зига сейчас. Ой-ой, Дестарк забирает у нас Зиг. Минус 2 делает, сейчас минус 3 сейчас сделает от Черри. Да, с пистолета Форест у нас, Фореста забрали. СКН дает минус БДОС. Забрали АВП у нас. Сейчас еще. Да, забирает у нас Свита в спину на медле, остается Дестарк у нас один Зиг. Минус один, плент у него, как мы еще так что видели. Не попал еще Хаешкин в эмилку. 20 секунд, белый. 25 хп у него осталось, 70 хедшот. Просто без проблем поставил хедшот парнем. Так, у нас 7-3, фаст Б побежал, сейчас свит у нас должен будет встречать, минус 1, зажимаем минус 2, играет он, Дестарк летел там сзади, Форест. Ну, тут Сквер решил фаршку такую подмутить. Так, и что у нас? У нас Бедот занял ДЛ. Он будет убивать СКН. Да, он флеш, в ответ Бедот флешку. Нет, не забрал под флешком. Никсон у нас вышел мидл. Пацан на Зиге застреляли. Весь Зиг остается у нас с Никсом, Эмилка и СКН. Никсон. Зажал Никсон на Сквера. На Зиге. Никсон стрелялся с верхней. Забрали. ТЦСКН у нас 26 хп. Минус дает свит и
побежал он на Б ставить, нет. 30 секунд, да, выходить лучше зиг. Поймал бы досу, сейчас просто дал. Инфу, что он все сруливает на Б, ну не так уж просто, развернулся и убил. Так, у нас 9-1. Еще 5 раундов осталось в первой половине. И это фаз Б, походу, будет. Нет, парни решили почему все не видео, запутать тут свита. Сейчас двоих забрал, походу. Затыкали еще дестарком, намутили себе АВП, М-ку. Ой-ой-ой. Ну, могли бы взять, в принципе, раунд там. Если бы вот чуть попозже у нас выходил кто. БДОС, наверное, вообще кто выходил. Или Форест, я не понял, кто он. Чуть попозже бы вышел, в принципе, разошлись бы по позициям. Уж вид дает минус вест. Сейчас еще в аркаде по Дест Арк ставит хедшот. ПДОС тоже в аркаде. Минус с кем? Сквером. Заходил в мидл. У нас остается 2 в 4. Сквер еще ставит хэдшот из КН на респе. Титаник. И у нас остается Милка. Сейчас точно получится бедозом. У нас 11-1. Аркада пошла банку, точнее, заняли ДЛ у нас тут, кто у нас, Сквер и, точно, что там, Форест, а, Блюз уже вообще на респе бегает, что там, Никс у нас один остался, проходит он Зиг, там никого нету, Плантау у него нету, ух, и чё? Пришел на шифте, короче, у нас на без плента. Не плент у нас валяется. Я понимаю, плент валяется где-то на Б. Вот, на респе у него. Минус Никс. 9 хп остается. Форест его семью забирает. С помощью Дестарка там маленько на 12-1. Что убил экран. Подсадка у нас Зиг тут сейчас будет бедозом. Да, у нас фаст Б полетел там. Зашли парни на Б, никого не увидели, сейчас будет залетать. Минус с Дестарком, Дестарк с ВП, уху-ху, как квест улетел, не попал, он еще ХЕшки подорвал себя маленько. Никс у нас смотрит ТЭшку. Да, йо, минус дырки. Ой-ой-ой, Никс у нас зря сливал. Все-таки нет, Черен разрешал он с ТЭшку, и остается 2 перед Белмас, минус очко. Свит нас порвал и получил еще от Никсона. И второй раунд берет команда SCVshki. И последний раунд в этой половине.
свит. Как-то долго СКН там думал, конечно. Вроде парня реакция ничего, БДОС у нас стоит АФК. И... Дестарк побежал в аркаду, получил голову от Черри. А нет, это Милки. Разменит вест. Все, ну, этого назвать. Он попадает на хаешки. Залетает на Б, дал минус свит красного. И Форест сейчас будет ловить, наверное. Ой. Не вовремя убрал прицел. БДОС у нас все, черт, стоит. И Форест один будет заходить на Б с флешками. 20 хп у него остается. И все, без проблем. А вот у нас очнулся БДОС. Лоу. Ну, как бы неплохо он очнулся там. Я бы сказал, вовремя. Ну да, вовремя очнулся у нас БДОС. Зашел, зарешал себе последний раунд и ушел. Просто БДОС. Неплохо, что сказать. Зажимаю там Никса на Зиге. Тихоньком оставили на 71 хп уже. 45. Черри стягивается. Походу. Даша у нас решила все-таки обуздать Дигл. Форест у нас выходит на Б. Дали ему выйти до конца. Растягивает всю команду. И Фунас пытается растянуть по карте. Виз у нас нравится. Вест, точнее. Эмилка дает минус на Зиге. И. Ну, свит. Забирает Эмилку. Черри. Черри. Нет, забирает у нас Черри. Последним. И это 14 раунд за команду Ив. Взяли фармганы. 2. Думаю, сейчас без проблем беру 15 раунд. Да, уже СПН настреляли, там оставили 2 хп. Дестарк у нас забирает Форест. Точнее, Форест забирал. СПР дает минус, Дестарк. Остается у нас один СКН, 2 хп. Забирает он Фореста там где-то у нас. Там даже не показали. На Б где-то он его забрал. Давайте что-нибудь за Форест, посмотрим, что он делает. Бит. Получил он для Старка. Нормально, да. Влетел. Так, и беру, парни, Фамосы, 4 Фамоса, а у Милки чё, единичек с команду Русь. Ну, это не камбэк явно, это 16 раунд, я думаю. Ну, давайте посмотрим, что будет. Поставили паузу, нет, все. 16 раунд взяли, команда Ив взяла.
Так, все, я тут. Что у нас там? У нас ну, что, машин и дальше постримить. Так, сколько там человек смотрит там? 9, ну нифига ж себе. Алло. Что-то мне показалось, эхо есть. Так. Так, наверное, подождем мимпли лес. Сейчас должны будут выдать серф. Так. Так, ну все, теперь я думаю. Да, 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 да. Чё-то, блин, с микрофоном я не понимаю, что за приколы такие, почему-то плохо слышно. Так. На-на-на-на. Смотрим, может, все-таки что-то можно сделать. Да почему так плохо слышно? И вообще, блин, он шипит. Что за херня? Так. Так, алло, 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 я думаю, это все равно то же самое. Че за ладно, оставим так все. Ждем тогда. А вот все нам выдали. Выдали нам халтивишку. Так. Ну напишите, что ли, в чат, что ли, кто тут есть, кого нету. По идее, все могут писать, кто даже не заряжен. Так, ну чё, ждём? Там-да.
зашел, кто-то там на серф я увидел. Так, это Star Wars. Star Wars. Маркус. Ну, Маркус просто будет Маркусом. Так. Или может все-таки наив пойти? Что там за состав, что за команда? Чакер. Ну, короче, не знаю, что это за команда, там, может, мясо будет какое-то. Что я не знаю даже, что сказать, с какими командами до этого играли. Так что лучше оставимся пока тут, мы хоть что-нибудь посмотрим. Так. Ну, ждем тогда. Ничего, у нас уже 4 игрока Embrace на сервере.